Итак, всем привет, всем моим друзьям, подписчикам моего канала. Сегодня 14 января 2020 года. В этом ролике я, друзья, хотел бы показать, как я перевожу свои рамки, навощенные вощиной, магазинные, как я их храню. Сейчас я вам все и покажу. Рамочки я в этот раз вощил у себя дома. На улице у нас сейчас, конечно, прохладная погода стоит. Чтобы как-то перевозить рамки, я предварительно прогрел автомобиль, чтобы в салоне было тепло. На улице у нас минус 4. Итак, друзья, навощенные рамочки я вот так вот составил. Они у меня находятся в основном все в магазинах для удобства транспортировки. Ну, здесь несколько рамочек не вошло. Осталось. А сейчас эту партию навощенных рамочек я увезу на пасеку, в садохранилище. Возьму следующую партию уже не навощенных рамочек, привезу домой. И зимними вечерами буду уже наващивать эти рамочки. Как я их наващиваю, там внизу будет ссылочка. Итак, друзья, я продвигаюсь на своем авто в сторону своей пасеки. Автомобиль у меня показывает сейчас за бортом минус 3. Но это, друзья, у нас опять на Урале какая-то аномалия, как и во многих уже, я смотрю, странах тоже происходят различные аномалии, заливаются дождями какие-то регионы, похолодание, но у нас какое-то идет потепление. На данный момент, сейчас вот январь, должны быть хорошие январские морозы, но в этом году у нас морозов нет. Смотрел прогноз на неделю вперед, и там примерно дня через 3-4 нам обещают здесь на Урале до плюс 2. Это здесь, где я проживаю, но это не есть хорошо, такие колебания температур. Но я думаю, эти колебания температуры не так страшны будут нашим пчелам. Семьи, которые у меня зимуют сейчас под снегом, там поддерживается, естественно, оптимальная температура. Ну а в зимовниках, что в зимовниках? Раз приход потепления, то я просто-напросто приоткрою дополнительную вентиляцию. В моем случае это, конечно, я открываю двери пошире, чтобы там не было большой влажности. Сейчас у нас как год продолжается реформа мусорная. Наставили вот таких вот баков, огородили, ну, чтобы мусор никуда не выбрасывался по лагам и лесам. Все это куда-то увозилось и утилизировалось. Сейчас, друзья, у нас почти каждый день валит снег. Дорогу посыпают смесями против скольжения. Здесь вот бровка. Вчера был ветер, надуло вот такие барханы на дорогу. Ну вот, друзья, мы и приехали. Ну вот моя охрана живая. Мухтар. Видите, друзья, конура? Она закрыта у меня тряпкой. Это когда у меня были, ну, очень злые пчелы. Собачка у меня там постоянно пряталась,
чтобы пчелы ее не доставали. Так ведь, Мухтар? Приветствую от хозяина. Песик очень старенький, но тем не менее охрана неплохая, живая. Ну, естественно, охрана у нас в виде наблюдения круглосуточно. 4 камеры со сработкой и с дозвоном на мой сотовый телефон. Сегодня привез кашу с тыквой, он ее любит. Итак, друзья, нужно подчистить мне немножко снежок, чтобы мне было удобней носить свои магазины, не топтать, не путаться в снегу. Вот такой, друзья, у меня здесь бархан снега. Я его сюда складирую. Здесь где-то метра полтора горка такая. Ну что ж, магазины с рамками у меня благополучно приехали. Ну, сейчас я их внесу в помещение. Итак, друзья, сейчас я составил таким вот образом наши магазины на хранение. Рамочки. Так вот, навощенные. Ну, их я здесь трогать больше не буду. И нет смысла их трогать, потому что в помещении здесь бывает и прохладно. А овощина, как вы знаете, она может полопаться. Здесь также у меня хранятся и рутовские, и додановские навощенные рамочки. Все здесь составлено в ожидании будущего сезона. Ну а вот эта стопка у меня сейчас поедет домой. Дома я буду уже не спеша опять навощивать. Ну, машину я сейчас загрузил, это у меня уже будет другая партия. Когда те рамочки навощу, заберу взамен вот эти вот, в этих магазинах, которые находятся у меня на данный момент. Да, еще, друзья, давайте отвечу на комментарии. Когда я покрасил вот эти вот магазины, мне писали, пчелы их не увидят. Да, друзья, в книгах пишут, в многих книгах пишут, пчелы красный цвет, они как бы не видят. Но, друзья, поймите меня правильно, эти у меня будут надставки магазинные. А главное, что для пчел, чтобы у них гнездовое гнездо, где они будут находиться, естественно, улей будет как бы другого цвета, леток будет другого цвета. Не думаю, что-то повлияет вот этот красный цвет на принос меда. Из своей практики, друзья, хочу сказать, что я не заметил, чтобы пчелы принесли меньше меда, если улей покрашен в красный цвет. А так, друзья, на этом свое видео буду заканчивать. Кому понравилось мое видео, естественно, ставьте лайки. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь.
Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Войска для обороны.